Минувшая зима с ее частыми перепадами температур изрядно потрепала городские дороги. В Иванове начался повсеместный ямочный ремонт. В ямы укладывают литой асфальт. По словам представителей городской мэрии, это временная мера, позволяющая ремонтировать дороги при отрицательных температурах. А еще литой асфальт коррозийноустойчив, водонепроницаем и износостойк. Выражаясь в денежном эквиваленте, в 2014 году в яму уложат 24 миллиона рублей. Улиц очень много, да? И в плане улиц постоянно эти улицы растут, потому что весенний период ямы образуются в течение 3 суток в связи с вышесказанным перепадом температур. Поэтому работаем как бы в аварийном режиме. То есть устраняем те участки дорог на магистральных улицах, где образовываются большие ямы.